Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу, как выбрать гладиолусы в магазине. В магазине у нас предлагают они в целлофановых пакетах и с картинкой. Несмотря на то, что картинка красивая, постарайтесь луковицу все-таки посмотреть. Когда вы достаете луковицу, во-первых, проверяйте луковицу по диаметру. Если есть какая-то там гниль, будет, естественно, что западать вот эта вот чешуйка. Если проверяете сверху, то тут всегда есть воздушная подушка. Это бессмысленно проверять. Обязательно по диаметру. Обращайте внимание на донце. Оно должно быть небольшим, то есть в пределах однокопеечной монетки. Но ни в коем случае она не должна быть с размер 5-рублевую монету. То есть это получается уже луковица старая. И обязательно смотрите, есть ли уже корешочки. То есть у здоровой луковицы это всегда в середине января. Всегда есть, вот тут даже видно, что тут есть корешочки. Поэтому обращаем внимание на донце, на корневую систему, чтобы не было никаких гнилей. И проверяем по диаметру луковицы, что нет внутренних гнилей. Ни в коем случае не проверяем луковицу, особенно поздней весной, сверху, потому что в это время идет уже росточек, и вы его можете поломать. Внешняя луковица должна быть, чешуйка должна быть чистой. Ни в коем случае луковица не должна быть поврежденной. Поэтому, покупая гладиолусы, обращайте внимание на то, какой товар вы берете. Потому что луковица – это тоже товар. И обратному возврату через 10 дней оно не подлежит. У вас это никто не примет.